Метеорологи утверждают, весна наступит не раньше апреля. Анализируя зиму в целом, они отмечают, январь и февраль были малоснежными. Высота снежного покрова практически повсеместно по республике была ниже средних многолетних значений. Март, как всегда, принес нам очень много снега. Но как весенняя вода себя поведет и успеет ли по полной программе навредить жителям республики, сказать точно пока невозможно. Все зависит только от весны, какой она будет, спокойной или бурной. О весеннем предстоящем половодье нам рассказала начальник отдела гидрометцентра Чувашии Марина Китарева. На сегодняшний день у нас высота снега приблизилась к средним многолетним значениям. Только в бассейне реки Сура, то есть это Порецкий Алатырь, высота снега превышает норму. То есть, конечно, если весна будет очень бурная и очень быстротечная, то та вода, которая будет таять, она будет уходить в реки. И, конечно, уровни будут подниматься. На сегодняшний день, по прогнозу Верхневолжского управления, вскрытие реки Сура ожидается в пределах средних многолетних значений, то есть это где-то 6-10 апреля. И пока, по прогнозам, никаких уж максимальных уровней и каких-то опасных явлений не ожидается.